Всем салют, с вами Руди, и мне уже не терпится, друзья, рассказать вам про новые бесплатные вещи в наш Roblox инвентарь. Некоторые получать очень просто, ну а некоторые скоро выйдут и нужно быть очень внимательным. Так что погнали, после небольшой рекламы продолжим. На сайте Robux Peer появился новый метод покупки робоксов FastPass, благодаря которому робоксы приходят моментально. Теперь не нужно сидеть 5 дней в ожидании робоксов. Новый метод доступен только верифицированным пользователям, которые подтвердили свой возраст с помощью паспорта в Roblox. А цена в этом методе FastPass такая же выгодная, как и в других методах. Чтобы пользоваться этим методом, у вас должен быть компьютер. Безопасность этого метода гарантирована, и подробная инструкция есть на самом сайте, а также в группе ВК. Ссылки на новый метод FastPass, а также полную инструкцию я закрепила в комментариях под этим видео. Ну что ж, друзья, и первая вещь, про которую я хочу рассказать, это вот такой милый рождественский лицевой фильтр. Очень классная лимитка, она выйдет у нас 22 декабря, это значит сегодня, в 12 p.m. PST, посмотрите. Это время по московскому будет 23:00, то есть 11 часов вечера. Забейте это время в гугле, 12 p.m. PST, и вам выдаст время в вашем городе. Посмотрите, что здесь пишут, всего акций будет 30 тысяч, то есть всего этой лимитки будет 30 тысяч штук. Это очень классно. Что же нужно сделать, чтобы получить эту лимитку? Ну, во-первых, главным условием вы должны вступить в эту группу обязательно. Название, ссылку, как всегда, закрепляю в комментариях. Так что, друзья, в это время 23:00 по московскому времени нужно обновить страничку. Здесь появится кнопка зеленая купить. Ну, дальше будет идти проверка капча, чтобы проверить, не роботы ли мы. Можно посидеть, попроходить ее, но это будет долго, поэтому я, конечно же, советую получать эту лимитку в этом плейсе, где просто нужно ввести в таблицу ID этой лимитки. Итак, за несколько минут до выхода лимитки заходим сюда. Сюда жмем ID, вот этот номер. Я напишу также в комментариях его. И когда выходит лимитка, появляется окошко, и мы просто ее забираем. Если что-то вдруг поменяется, друзья, условия получения этой лимитки, я напишу в сообществе, либо закреплю в комментарии под этим видео. Кстати, смотрите, что тут пишут на странице этой лимитки. Что будет какой-то розыгрыш, что 10 человек могут получить по 1000 робоксов. Я немного не поняла задание, но возможно, нужно будет в их группе что-то написать. Итак, друзья, идем дальше. И тут у нас есть такая аппетитная, вкуснейшая лимитка. Рюкзак с шоколадом Вонка. И выйдет она сегодня, 22 декабря. Вот в это время, 2 p.m. GMT. Это у меня будет 17:00. Это 5 часов вечера по московскому времени. Будет всего 5000 копий. Маловато, конечно. Но, думаю, есть возможность получить. Получать будем вот в этом ивенте, где мы уже с вами получали много классных лимиток от Вонка. Давайте нажмем на значок мистера Вонка внизу. И здесь у нас есть этот шоколад, и там даже написано уже задание. Возможно, уже скоро появится таймер, через сколько часов, минут выйдет эта лимитка. Первое задание — это будет собрать 20 шоколадок по всей карте. Ну, а второе задание — это выполнить квест мистера Вонка. Первое задание, ребятки, шоколадки разбросаны по всей карте. Они респавнятся, то есть появляются на том же самом месте, где и были раньше. Вот так вот они выглядят, и их на самом деле очень просто найти. Но чтобы пройти квест от мистера Вонка, мы должны к нему подойти, он тут на спавне, нажать на него, согласиться, и он нам даст задание. Как мы поняли, друзья, задания у нас постоянно повторяются, они одни и те же, просто идут в разном порядке у всех. Что-то мне подсказывает, что в этот раз будет так же. Я снимала про этот квест видео, оставлю ссылку в описании, кто еще не знает, как его проходить, то посмотрите, пожалуйста. Но если вдруг будет какой-то новый квест, то, конечно же, я напишу об этом в сообществе. Когда все задания выполните, нажмите на значок мистера Вонка внизу. И здесь у нас будет две галочки, что мы выполнили эти задания. И здесь будет кнопочка claim, то есть забрать. И мы должны с вами успеть забрать эту лимитку. Эту лимитку будут раздавать по несколько штук каждые несколько часов. Если не успеете ее забрать, то тут будет таймер, который будет показывать, когда будет еще одно пополнение. И можно будет забрать эту лимитку. Короче, желаю всем удачи. Друзья, у нас скоро выйдет еще одна классная лимитка. Это рождественская кошачья ушная шляпа. Очень классная лимитка новогодняя. Будет, правда, всего 5000 копий. Маловато, но мало ли вдруг у нас получится и мы ее заберем. А выйдет она сегодня, 22 декабря. И можно ее будет получить до 31 декабря. То есть, получается, в день будут раздавать, наверное, по несколько штук. Но это не точно. Выйдет она в этом классном ивенте Лайфтопия. Здесь у нас начинается сегодня новое событие рождественское. Здесь уже вовсю подготовка к Рождеству у них. Вот, ребята,
ребят, но во сколько будет это обновление рождественское, во сколько выйдет эта лимитка, нам не говорят. Нужно будет следить за этим ивентом. Но нам дали подсказочку небольшую, как получить UGC. На карту будет прилетать Санта-Клаус. Мы должны быть внимательными, чтобы его увидеть, отыскать, и он нам даст лимитку. Ну, в общем, вот так. Наверное, как-то будет это все оповещаться. В общем, давайте, друзья, когда выйдет этот ивент, я сообщу в своем сообществе об этом. И вы тоже пишите в комментах, если вы заметили, что ивент начался. Так, друзья, у нас вышли вот такие две классные лимитки. Это вот такой зимний снежный глобус и такая шапка-ведро с оленями рогами. Их всего у нас по 15 тысяч штук. Получать будем в ивенте от Ванс. Что же нужно сделать, чтобы получить этот шар? Давайте нажмем наверху значок снежинка, и нам нужно с вами зарабатывать очки. Давайте прокрутим и увидим, что когда мы заработаем 24 тысячи очков, мы получим этот снежный шар. Чтобы зарабатывать очки, мы с вами можем пойти в мини-игры. Здесь они у нас появились, и здесь мы будем просто кидаться снежками друг друга и зарабатывать очки. Начинается мини-игра, у нас появляются снежки, мы должны их взять и пулять друг в друга, за что нам будут давать очки. Здесь также можно защищаться, чтобы в вас никто не попал. В конце мини-игры у нас показано, сколько нам дали очков. А чтобы получить шляпу с оленями рожками, там у нас по небу летает Санта-Клаус, который скидывает нам подарки сверху. Вот именно в этой локации, где мы играем в мини-игру. Так что будьте внимательны, каждые несколько минут звучат колокольчики и кидают подарочек. Главное его вот так вот успеть забрать. Так, хочу сказать, что вышли вот такие ледяные крылья хоккейной клюшки. Очень, кстати, прикольно смотрится. 10 тысяч копий всего, но разбирают долго, потому что нужно достигнуть 70 уровня. А именно в этом ивенте взрыв НХЛ. Я думаю, что вы помните все этот ивент, потому что мы здесь часто получаем лимиточки. Здесь вы просто играете и прокачиваетесь в этой игре. Вот подсоединяетесь к игре хоккей и играете, за что получаете очки, и уровень ваш растет. Ваш уровень указан наверху экрана, когда вы выходите в лобби. А сейчас я расскажу про две лимитки, которые очень просто получить, там практически ничего делать-то и не надо. Первая лимитка — это такая сумка-рюкзак от Givenchy, всего 14 тысяч копий, но разбирают медленно, потому что там по таймингу. Заходим в этот плейс, и чтобы получить этот рюкзак, мы должны выполнить два простых задания. У меня тут слева еще есть задание на получение сумочки, не знаю, есть оно в наличии или нет. Короче, вот сюда мы с вами подъезжаем, вот тут у нас идет отчет времени, когда будет еще запас сумок этих рюкзаков, на чтобы потребовать лимитку. Итак, первое задание, мы должны с вами сделать макияж. Заходим сюда, садимся на стульчик и делаем себе макияж. Выбираем глаза, губы, брови и румяна. Ну все, я красотка. Нажимаем кнопочку apply, вот эту серую. Первое задание я выполнила, и теперь мне нужно сделать селфи. Это будет второе задание. Нажимаем на кнопочку справа фотография, вот этот фотик. И здесь внизу на зеленую кнопку сфотографировать. Все, нажали, сделала селфак себе, и я выполнила два задания. Давайте это закроем и нажмем на рюкзак. И смотрите, здесь вот эти два задания, у меня стоят галочки, я их выполнила. Мне остается нажать только на зеленую кнопку Rhythm, чтобы забрать мою лимитку. Но, как я уже сказала, их пока разобрали, на сегодняшний день их больше нету. Но завтра будет еще пополнение. Вот стоит таймер, и через 23 часа, 18 минут, будет еще пополнение этих рюкзачков. Я не знаю, сколько штук будут раздавать, но мы должны зайти в это время, даже пораньше, и нажать эту зеленую кнопку, чтобы успеть забрать эту сумочку. Ну, в общем-то, я думаю, все просто. А теперь, друзья, еще одна простейшая лимитка. Это такая фиолетовая повязка с кровью вампира, что? На руку от Оливии Родриго. Будет всего 20 тысяч копий, точнее, уже есть. Вот так она смотрится на плече, на руке, посмотрите. Интересно, можно что-то придумать с аватаром. Получать будем в этом ивенте пати Оливии. И посмотрите, кстати, у нас тут еще какие-то эмоции и вещи выйдут. Вот тут числа даже написаны. Но это неизвестно, будет бесплатно или за робоксы, так что все равно будем следить за этим ивентом. Если будет бесплатно, то это будет вообще круто. Итак, что нужно сделать, чтобы получить эту повязку на руку? А мы должны, друзья, заходить в этот плейс 3 дня подряд и играть в этом плейсе 5 минут. Вот и все. Вот тут, смотрите, у меня написано день первый, и у меня уже идет отчет 5 минут. Даже время засекать не надо, тут все показывается. Можете пока походить по карте, потусить с друзьями. Здесь очень прикольная карта, погулять по этой квартире. А потом нажимаем значок слева free, и здесь у меня написано, что 5 минут прошли. Посмотрите, стоит галочка. День первый у меня завершен. И смотрите, здесь у меня появился таймер, через сколько часов мне нужно завтра прийти, чтобы пробыть еще в этом плейсе 5 минут. И также будет на третий день. Но а потом мы заберем лимитку. То ж, друзья, я хочу пожелать удачи. Надеюсь, это видео было вам полезным. А с вами была ваша Руди, канал Кексович. Всем пока-пока.